Дима, день рождения, он на шашлыках, он предупреждал вчера. А, понял. Отдыхает. У Димы день рождения? Ну, не у Димы, а да, парни, я до аптеки побежал, нахуй, мне ширнуться надо, поэтому, блядь, не увидел, что лекарства нет, сейчас буду. Но если хотите, блядь, здесь найдете хила, кикните, возьмите другого. Мне минут 10-15 точно надо. Давай, мы пока трэш попьем. Наркоманы в гильдии, нихуя себе. Обычная ситуация, в принципе. Можно еще раз, пожалуйста, Сумон? Ага. А что ты хочешь у него посмотреть? Ну, вообще, ну, 4-4 играет. А хуй знаю, вроде да, не помню. Ты еще и то уже за жетоны взялся, два куска. Короче, я на вин, где-то АФК. Ну ладно, похуй. Кто не сумунится в пизду, то она пошли это самое. Кто там? Мальфицист, давай в танк. Поврываешься в пачке по гриппу пробудителей. Не сумуйте они там АФК. Мне не пришло еще. Сумма не пройдет. Погнали разъебывать. Ресочка, ресочка. Вара, дайте хоть крик на ап. Да уж, в чем проблема у людей вот так покатить, да, молбов? Вы тоже, кстати, можете так, для справки вам скажу, милики, отбегать от ударной волны. Вот видите, как звезда отбегает. Оп, отбежал, подбежал. Ничего сложного. Зато не будете замедляться. Приятно же, когда замедляетесь. Вот, отбежали. Подбежали. Ну, как заебись. Давай еще тех ебанем.
Ебать, мы долго их мутузим. А чё, всем туда не хватает? Чё, с Лиги Легенд больше никого нету? Где-то каких-то сибирских людей надо поискать еще. Ну там в лиге есть еще челики старые, кто раньше рейдил. Ну, если у кого-то желание есть, может позвать кого-то. Если им это надо, конечно. Сейчас геровский контент, конечно, очень требовательный. Мне кажется, Джайну ебанут. Потом, может, подрежут леди еще лямов на 15. Для попроще будет. Маги, дайте стол, пожалуйста. Маги, походу, не в Десе. Не, просто магов, может, в РСке нет. Только один маг, который, наверное, не в Десе. Чё, иди, врывайся. Пачка идет. А я стою, чили, что-то. Присумуйте, я дам стол. Можете или я лечу? Тысячу. Да, блядь, пианино, конечно. А чё, Килая там играет еще, нет? Она куда-то в другую гильдию ушла. Да, она уже давно ушла в гильдию. Другую. Алексей пришел. Это хорошо. Flames какая-то новая, да, гильдия? А чья это гильдия, кто знает? Она вроде не новая уже. А там много народу у ней, в этой гильдии. Ты перебежать хочешь? А просто 25-ки ходят они или нет? Кому интересна вечерняя гильдия, это вот Tomorrow Sunday. Не знаю, пока там нестабильная ситуация. С Герой плохой прогресс. Дайте вела еще патя. Киньте кулак варом. Играл в Tomorrow Sunday. Ну, так-то можно играть. Нет, кто там вообще играл? Я просто не помню. В прошлом, когда я ходил с Зуламан с одним каким-то челиком из Tomorrow. Лучше бы не ходил, блядь. Как ник? О, бля, я не помню, он ГДКшник вроде. Короткий ник. Вроде. Чьё ДКшник, да? А чё там было, вайпы? Ну, он спрашивал нас тактику. Вот охуя. Я так и не понял, почему. В итоге мы пришли на этого, на медведя, был ребут, и, короче, мы не успели убить для сундука, и разошлись. Такое заебись. Ну, бывает такое еще. Никто не застрахован от ребутов.
Так, тогда я Вилаша потанчу цвет, а ты подамажишь во тьме. Дайте шкаф, в нем ДКшника. Будь пока в танке на варе. Т4 только еще одень. С Вилашу с умнем он тоже потанчит. Так, что там? А вот. Кто там пожрать хоть? Да, да, будьте все хилами. Короче, этот самый Ликан, смотри за Эвилашей, Призент, смотри за Мальфицистом, Бисер за Эвилашей и Випсень за Мальфицистом. Ну, а частицу я, наверное, меня и их хиль обоих. Короче, я поведу так же, как это самое по кругу водил. Вот из кружка начну примерно и в сторону ромбика так по часовой пойду. Вы, короче, это, главное, что перед ебалом не ходите, и копию заберешь, я вот из кружка в ромбик отведу, и заберешь, и за мной веди. Либо в противоположную сторону веди, и потом все равно за нами веди, то есть только миликов не сбрей. Ну там и Вилаша будешь первую копию, и Малифицист третью, последнюю. А вот сюда вот отводите одну копию, чтобы он просто не мешался. Нет, это надо, чтобы ну хилы всех трех танков доставали, потому что разные ситуации бывают. Хилы, вот вы позиционируетесь вот здесь, вот в центре. Вот так вот. И вы достаете всех трех танков вот отсюда. Мы стоим, вот я условно в ромбике, один с копией в кружке, и друг за другом мы двигаемся, вы двигаетесь за нами. Ну и третью копию там же где-нибудь за кружком поставишь, нормально хилы будут доставать. Пулой, главное, рейндж наберите, там когда копия появится, можно любые копии бить, ну три копии когда будет. А и еще, значит, на первое появление копии там в принципе никого не шотнет, а на появление копии второй, когда уже босс и еще копия есть, я, короче, сдам незыбку, а на вен сдашь бабл на себя, чтоб тебя не откинуло, и массакру. Ну а бисер, короче, вы оба в ДСшниках? Или как? В чем вы там? Нет, ну в холике. Холик спекнулся. Короче, хочу, думаю, бисер снова. Дашь дух на Малифициста, а Вюпсень дашь зубы на Эвилашу. Наоборот. Я ДС, бисер. Значит, значит бисер зубы на Малифициста, а Вюпсень духа на Эвилашу. Все, короче, запускаю этого пидора. Захуярим его сейчас. Джилса поставил, кому надо, вот. Перед ебалом не стойте, милики вон сзади бейте. Только раньше смотрите. Скажите, когда духа давайте еще. С этим моментом. Да, я скажу, когда проценты. Там на 33% есть что. Откидывалка будет. Первая на 66, вторая на 33. Вроде как с правого плеча босса появляется. Так вот, если я смотрю, то примерно в кружке копия должна появиться. Получается, что? Да, вот где у него. Опа. Жесткий их. 80 станков, сейчас 90 будет. А, 99, что? Когда босс такой большой, вот прожимки надо. Вот 2% сейчас будет появление этой хуйни. Босс уменьшится. И пойдем по часовой. Вот ты за мной веди его, Вилаша. В кружок примерно его поворачивай. Ага. Все, и потихоньку. Когда вихрь, пробегай просто немножко. Потому что когда отбежишь, тебя не дамажит. Сейчас все это хильте хорошенько. Когда он выросший, прям обращайте внимание, у какого танка вырос этот моб, он больше бьет. Когда уменьшится, уже поменьше можно хилить. Все, вот уменьшилось. Так, это прохилится нормально. 48%.
На 33% будет откидывалка, там заранее скажу. Так, мобы выросли, надо немножко рейндж набрать, сейчас будет вихрь скоро. Вот. 42. Жестко, пиздец. 40% все уменьшились. Так, этот прохилится. 37% готовьтесь. 36% сготовьтесь. Айновен, готовься там прожимать бабл. 34% Айновен, прожимай бабл. Нажимай массакру, дал незыбку. Сейчас будет откидывалка. Все, и хиль нон-стопом. Малефицит забирает эту копию и веди за мной. Там место есть. Все. Все, и двигаемся так, хилы, чтобы вы троих танков доставали. Вилаша, там поближе проводи к мальфицистовской копии. Чтоб хилы вас доставали, это самое главное. И все, дальше распределяйтесь, милики, если на вас прижигание, на другие копии бегите и их бейте. Магру танки набрали. Короче, давай Т4, этот, ШВ. А, ладно, ШВ не надо пока. А, все, дали, окей. Два сейва, ну ладно. Тогда можно постоять. Не, минута еще. Короче, когда босс вырастает, отбегайте. Сейчас немножко пробегу, давай по кругу двигаться. Если места не хватает. Когда вихрь, именно отбегайте, и тогда вас урон не будет наносить этот пидор. Еще захиливается, блядь. Это самый хуевый дебаф, что он урон увеличивает, уменьшает входящий. Все, перед ебалом мильки главное не стойте. Святоса там захилите, малефициста. Где там Мелизона? Что-то далеко только. Идите вон основную копию бить. У меня вот сзади моего босса основного никого нет, мильков. Кто-то сбоку бейте, только смотрите, там ведет копию этот... Кто он? Малефицист. О, ебать. Я сдох. Забери кто-то с танков. Стаунтите босса основного. Да, БРов нету. Понятно. А чё они хилятся? Я не понял, вот типа при этом. Ну, они кидают дебафы на людей и хилятся от них. Когда в РНЖ с тобой люди находятся, дебаф увеличивает стаки и дает тут хил боссу. Там урон уменьшается. Геродаш все равно урон там увеличится. Я помню, на циркуле их по-другому немного водили. Там все в сторону копии отводились. Только одного выводили и его убивали. Че, там никто не вылетел? Рыбу похавайте, печеньки стоит. Самое главное, танков не уроните. Призан готов? Цирк приехал. Я
Ну, там рейндж пишет 12 метров надо набирать. РДД вон стоят вместе. Вот видишь, метки на них повешались. Им надо рейндж набирать. Не набирают. Из этого идет отхил. Ну, сейчас еще босс будет ебашить. Когда три копии появятся, там наберите рейс между собой, подождите, пока метки пройдут. Тогда может он меньше отхилится. Давайте, Айновен, давай бабл. Массакру. А не зыбку отдал. Все, перед отъебало отбегайте, потихоньку веду. Танки тоже там ведите. Главное, подъебало, никто не зайдите. Вот сейчас он отхилился вообще мало. Видите, как, видимо, это из-за того, что вы стали раньше набирать. Вот убегайте там заранее, чтобы не было места отходить. Ладно, давайте Геру. Так поинтереснее, может, будет. Если босс выросший, обязательно отходите, потому что он сбреет. Так, у меня еще КД не зыбка. Давай, короче, ШВ нажимай. И после нее уже не зыбку Вилаша добавит. Ага. Отходите немножко. Там добили нормально. Нюанс. Так просто убивается босс. Как это могло произойти? Прыгайте в ДДшников и Вилаша Малефицис на этого, на дракона, чтобы побыстрее убить. А дракона убьем в танков обратно, чтобы это трэш подержать со сторон на заре трени. Так, пуляю на счет 3. Раз, два, три. Так, иступление снимайте. Иступление. Так, а у нас шипы СВ нету, это вообще хуёво. 3% меткость. Ну как, говёные шипы, но шипы. Че, посмотрим, может быть, в принципе, понадобится. Так, меточки. Даю вам незыбку. Потом из-под ебала убежите. Где треугольник, тут ебало босса будет.
Да, так что. Ну, леди Трая с четвертого мы убили второй раз за все время вечерней гильдии. А в дневной сегодня только вайпались. Ребро где-то час били. Потом на леди вайпались. А там фулл Гейри. Да. Без полов. Да. Ну, Гера. 200 тысяч там доколупать. Так, заезжаем по стеночке. Ближний трэш и Вилаша, дальний Малефицист. Джимаш, давайте это сбросим дебафы. Геру там. А дебафы будут сбрасываться? Да не, забей, не надо. Короче, тут нормально все должно быть. Прожимочки также под конец оставим. Давайте так разделимся. Значит, Ликан Вилашу. Хилиш призван Малефициста, наверное, частица на меня и их хилиш. Ну а бисер там выпьешь по усмотрению, смотрите, кого он больше пробивает. На счет 3 пуля. Раз, два, три. Самое хуевое будет по мне дамаг большой, когда 5 стаков прорубания брони будет, там 0 брони. 4 моба на танках в принципе нормально, вот когда 6 будет, им уже надо будет прожимочки отдавать. Пока 3 стака, еще 70% у босса. Это минус 6 дд сказывается, ну, ничего, думаю, осилим. Давайте хилы сейчас уже экстра режим, на мне минус 5 стаков, 0 брони, прям не проебите, скоро начнем прожимки отдавать. Так, у меня где-то банка на броню, о. Броня все равно 0 даже, если банку выпить. Так, ну давай, значит, давай ШВ. Ну и после, через 7 секунд дашь незыбкую тот самый Вилаша. Берегитесь. Так, ну и я теперь даю. Заебись. Потные пацаны. Так, Авилаша в танке, Малефицист в ДД. Во тьме будешь первая, вторая во тьме, третья, четвертая свет. Бегите на ту сторону, босса не трогайте. Сейчас поставлю меточки для себя. Вы опоздали. Рубиновое святилище. Ой, блять, релогнусь. По хилам Айновен и кто с ДЦ из вас? Вюпсень? Нет, ДЦ, бисер. Бисер и НВН остаетесь в свету, остальные все два Эршама и этот. Хотя подожди. Давай сделаем, чтобы там. А хотя похуй. Да, два Эршама и Вюпсинь во тьме будете оставаться до конца. ХП не нужен. ХП не нужен, говорю, да? Да, кстати, давай ШП сделаем. У кого там у Вюпсиня? Давай в ШПшника. Мы добирать никого не будем, что-то нас мало вообще.
Ну так ебанем. Ну если кто-то есть онлайн, можно пати дать. Ну так и так можно ебануть. А ты на кого сейчас зайдешь? Я релогаюсь. А может ты совой зайдешь, а? Да зачем? Ну, да. У меня там гильдрейд на сове будет. Я же не хочу у кого-то спиздить шмотки. Там у меня ИП на сове на той. Ладно. Так, что я там хотел? Давай ты тогда в ШП дашь меткость РДДшникам хотя бы. Велики там и так у них меткость своя. Так, ты будешь в свету. Так. Что это получается у нас? Так я буду в свету. Да, ты в свету, Вюпсень. Смотри, бисер Айновен. Блядь, сейчас подумаю. Айновен, ты же соло захилишь эту хуйню? Там не хухилить. Да-да, там... Да, да, давай, ты один остаешься, бисер и два шамана во тьме остаетесь, чтобы наверняка во тьме не сдохнуть. Так. Ну все, значит, первая, вторая во тьме остаетесь, третья, четвертая, выходите в свет. Вахилам сказал. Сейчас метки себе ебану. А какой танк в свету будет? Че в свету? Танк, танк какой-нибудь. И Вилаша. А можно тогда Эридара кинуть во вторую пати, с первой пати? Да, кому ассиста дать, чтобы мы вы скинули там? Историю кинь. Давай сейчас. Я тогда всех ДДшников перекину к Эридарам. Уебать. Ребут 45. Нет, конечно, всех перекинул, меня оставил в первом. А, ты? Молодец. А я думал, ты это... Но смотри, ты учитывай тот факт еще, что они кто в свету, кто во тьме, они будут в разных мирах. Так, я думал, ты танчишь. В четвертую пачку, я же Эридар в четвертой пачке, и все. Если ему нужен Эридар. Мне кажется, вы бы об этом не парились, тут, ну, тут не хобби. А что дает Эридар? Типа Синдарей дает крит, а что дает Эридар? Тоже крит. Вот я не вижу, что у меня крит прибавился. У меня как было вот 100. Вот почему-то у меня крита на 4% меньше. Чего-то не хватает бафов. Ну, какого-то бафа, ну. Это самое. Дудеть. Ну... В гору. Дудеть? Ну, да, сейчас почти. С пулем, да, придудим. Вот тебе гору. Вот, и все равно чего-то не хватает. Забей. Похуй. Это, встаньте за линию, чтобы там за стеной никто не остался. Вот вам метка, вот тут вот встаньте. Чтобы вы не оказались за огнем, когда спулится босс. Когда спули, уже тогда побежите бить. Все делать. One cent. Блять, надо же банку какую-то выпить. Еще банку выпью. Где у меня тут? Так, все готовы? Ничего не делайте только. Ну, немножко сделал. Все, бьем. Нормально. После метеора как перебежите, тогда уже подойдешь и Вилаша заберешь. Перебегайте. Вот ренжа автоатаки, вот. Милики, смотрите, на себя метку еще ебану. Вот отсюда автоатака достает. Вот, где звездочка показывает, тут он стоит. Притон как сдох. Понятно. Меточки-то выносите. Как герой сдох. Хуёво, минус тело. Метеор. Прибежали. Бля, пацаны, сори, позвонили под дыхание, попал, не заметил. Мне сейчас через 30 минут надо будет уйти. Блять, что-то стаки не на стак, ладно. Так. Готовимся.
Какой с ромбика, находится? С ромбика заходите, с ромбика. С ромбика и в ромбик. Нормально. Крутить заранее начну. Там сообразите метку выноси. Вот тот шарик, который идет, он... Вот я буду от него убегать, типа. Вот смотрите, начинаю двигать потихоньку. Будет лезвие скоро, через 3 секунды. Готовимся. Сбоку босса стоим. Вот нормально. И там метки главное выносите. Вот эти крестики появляются над головой, их надо выносить. И все, и заебись. И дайте Геру. Есть процентов еще хуярить. Лезвие там же скоро появится. Готовимся. 3 секунды лезвия. Выноси. Ага, перпендикулярно. Угу. Все, заебись. А Навен, ты тут стоишь, там... Танка, если еще может, и сдох из двух ударов. Выноси. Зря ты зашел в тьму. Вилаша, прожмешься, когда босс появится. Не зыбку, там ничего не жалей. 2% фаза. Я прогнул. Готовимся. 1%. Готовься, Вилаша. Третья, четвертая, готовимся. Порталы появятся, сразу тыкаем. Третья, четвертая, вот порталы рядом. Быстрее, вон возле лужи. Третья, четвертая, быстрее, туда. Тьма, вторая пати, стопните ДПС на 5 секунд. Все так же, игра, метеор перебежали. Мак выноси, кто-то, этот вот ник длинный. Так, что там, 60%? Вы что, история с желтым, с железным? Не видите? А, совсем. Да. Все, танк умер, да, по-моему? Да. Да, блядь, не перебежали, сука. Падайте, заходите, подъебало к боссу. А Навен, во-первых, не выходишь. Во-вторых, как вы сдохли в свету, блядь? Там что? Метеор бахнул по всей площади, они я же перебежали. Я же говорю, перебегайте, да. Вы что, блядь? Мы только вышли, как раз сразу ебанул метеор, блядь. Даже перебегать, блядь. Странный какой-то босс, конечно. А чё вы так долго во тьме, что ли, сидели? Мы вышли нормально, били, потом только метеор прилетел. Ну, наверное, поздно вышли, но... История железная, как вы сдохли от лезвия, зачем? Самое главное, зачем вы сдохли? Знаете, это, давайте заевейдим его, а то... Это... Надо да. Ничего ивейдить, бафы спадают. Так, бафнулись только, он пристыдает. Они спадут, когда он появится. Не надо ничего ивейдить. Зато кдшки слетят. Какие кдшки? Ну, на бурс там. Я тело добрал. Поставьте шкаф. Да не надо ничего. Зачем? Тыкните. Надо не стоять в лезвии, надо перебегать от метеора, надо выходить вовремя в свет. Короче, надо вот это все сделать, и тогда похуй будет на это все, на КДшки, на всю эту хуйню. Так он тактики не знает вообще. А в Дисе бургер? Вчера же с нами был, да, бургер? Да. Его добрали вчера в гильдию. Короче, вон для тьмы метка кружок, стойте в ней. В свету кто там пиздеть может, когда метеор, когда что? С голосом в Дисе. Викторка там, или нереальный, или кто? Могу. Сделаю. Добрый вечер. Здорово. Добрый. Просто этот, паладин бургер ты, да? Да. Во тьме бьешь, ориентируешься на кружок, бьешь босса просто в бок и все. Метка на тебе крестик появляется, выносишь. Хорошо. Тривара в рей... Ой, трипала в рейде, можно по ходу, пожалуйста, кулак, а не крик, чтобы потом не проебали в процессе боя. Сейчас я ману остановлюсь.
Нет, друидов нет, нихуя, как будто вымерли, блядь. Хуёво. Да, на сейве просто нету. Совы мои запы 45-е, блядь. Запы хочу, сука. Ну так сейчас... это фантастически. Фантастически, блядь. Сейчас выпадут эти запы еще и в трех экземплярах, нахуй. И у нас все РШАМы, блядь, ХПАЛа денется, блядь. Я буду думать, ёбаный рот, нахуй. Че за хуйня? Зато чарки на медведя полутал что-то. Ну пиздец, да. Только танчить осталось. Все готовы, там встаньте в луну, ничего не шевелитесь, ничего не делайте. Все, хуярим. Вот пылающий огонь на мне, видишь, на тебе написано белым цветом, блять. Вот метеор падает, ты несешь прям подъебало, если что, так дыхание вот идет, смотри, опа, что это у тебя, охуенная живучесть. Давай, беги к рейду. Чтобы на нем было написано пылающий метеор, у него должна галочка стоять, чтобы в облаках сообщения да, да. шли. Да. Но если у него вдруг этой галочки нет, то ему пиздюлей можно дать. Ну это надо спросить. Вы про меня сейчас? Да, у тебя там есть, вот сейчас я напишу в чат что-нибудь. Я вас вообще не вижу. Перебежали, перебежали. А, бля. Сейчас смотри, я тебе напишу в чат, ты прочитай, что я напишу. Следственный эксперимент. Прочитай, что я написал. Не, не буду я такого читать, я увидел. Вот эту хуйню ты должен видеть. Это блин. Наш РЛ, заебись. Метка на мне там, вся хуйня. С ромбика, как обычно. Кто-то раньше зашел, да, Випсень, как дела? Нормально? Кликнул мисом нахуй, не туда, блять. Ебло чугунное. Ну так и не тыкай ты чугунное, это ебло, блять. Бля, ну как по-другому-то, нахуй. Не сдохнешь, ёпта, не будет нахуй драйв. А БРов-то нету, понимаешь, блядь. Ну так ебто почти. Начинаем двигаться, чили. Начинаем двигаться. Ты рано начал крутить, ну да ладно, хуй с ним. Перебздел, как говорится. Полкруга прошел, блядь. А я обосрался, блядь. Ну тоже сейчас обосремся, если, блядь. Меткости твоей не хватит пацанам для ДПС. Давайте Геру. Только ее-то и не хватало. Ты лежи там, смотри, как пацаны бегают. Что и то остался, хули, у меня тут два пацана стоят, чилит. Ну, пожирание души. Наблюдай. А, еще и прилет. Я посторожу, если еще пацаны, не беспокойтесь. Меня лезвие сумерок убило. Ну хуёво тебе, значит. Хуёво. Братан. Хуёво. Это обычка, а не Гера. В Гере там их два этих лезвия, блядь. Третье, четвёртое на выход. Душу. В этот. В смысле метку. После лезвия звонить. Тьма, стопните дамаг. Покурите. Выходите, выходите. Вон в хвосте, блять, подъебало, только не бегите. Два портала в комнате. Ну тоже ничего. Хорош. Че, 70% тьма вообще не бьем. Ничего не делаем. Свет бейте. Так, давай хист. Ладно, пока. Танка шотнула, ебать. Шотнула, да. Да, лезвие заходим. А у нас что здесь? Три хила, а там один? Да. А почему? Давайте я могу обратно в ДЦФ стану, почилюсь с этим. Да, ну, хули толку, блядь. Так-то можешь. Справляет. Так-то ты можешь. Да, пацаны, что-то слишком тяжко вам. Бургер, я же тебе говорил, кружок есть. Ты видел, что кружок? Да, да, я, короче... Ты
Ты вот смотри, вот давай я тебе гайд расскажу. Вот ты просто нихуя не делай. Ну, ДПСа хватит без тебя, как бы. Просто постой в кружке, блядь, побегай. И посмотри, что происходит вокруг. Забудь на мгновение про ДПС, про всю хуйню там, про ротацию, про всю эту поебень. И просто. А потом уже все это у тебя прибавится, приложится. Когда ты начнешь понимать, что происходит, если ты тут не был. Сначала смотрите, блядь, лучше, ну, лучше отыграйте тактику, чтобы... А потом уже вас можно будет хуесосить. Когда вы будете тактику выполнять, можно хуесосить. Что это за хуйня, блядь, 5к ДПС, нахуй, когда надо 15 давать. И все. И вот тогда... Не спятница? Да, давай обратно, нахуй. Пизду. И стой с ним, с Эйновеном. Она садится. Свету оставаться, получается, правильно? Да, да. Угу. Ты же холик? Да я ДЦшником могу. Все, два ДЦшника будьте. Наверняка, блядь, захилим до смерти. Защиту им так же. Может, оно того не стоит? А есть починок? Наверное, у кого-то есть там дживса и бомбите. Кстати, а где Лёня? На работе, походу, я понимаю. Понятно. Как всегда, интим-услуги оказывает. Бать, я не хочу, чтобы эта хуйня превращалась в бесконечный вечер драйв Халиона. Не двигайтесь. Давайте разъебем уже этого фиолетового пидора. То это не прикольно. Ну то, что ты не хочешь, это никого не волнует. То есть каять Халиона. То есть побегаем с ветерком, да? Да, прекрасно. Ну вот смотрите, сейчас метка. Нет, метка не вешается, просто перебегайте на ту сторону. А ну странно как-то работает, ебать, она хочет. Да. Не, эти админы. А в Гере зато охуенно будет работать. Там увидите, блядь. До Геры, конечно, далеко еще. Они уёбки, они что-то поломали, блядь. Ну, она должна по стандарту кидаться чаще. Они... Он то ли пропускает ее, то ли она куда-то в резист уходит. Непонятно, короче, блядь. В десятке трайля такая же хуйня. Её вообще на протяжении всего боя просто тупо не было. Просто тупо не было. Скоро будет сейчас. Метеор, перебегаем. Вот, блядь, три метки, считай, нету, нахуй. У нас уже должна была третья быть. Вот метка. Первая. Это уже четвертая. Зато во тьме нормально кидается, вроде как. Или тоже через раз. А те готовимся. Да, на портал не тыкаем, блять. Отворачиваемся от портала, блять. Ждем, блять. Все, заходите через ромбик. Вот как все охуенно. Некоторые вайпаются на этой хуйне. Зайти не могут в портал, блядь. Лезвие. Так, а что тут сложного? Танк первый заходит и все. А, блядь, вот сложное тут. Если ты со стороны танка зайдешь, ты, блядь, попадешь под клиф. Дракон ну, рассекает. Так надо со спины заходить, то есть сбоку. Ну да, так это же надо знать, где спина, блядь. Вот начинаем двигаться, лезвие 3 секунды. Или 5 секунд, нахуй. Ну, короче, двигаемся в кружке. Вот видите, лезвие. Видите, все живые, да? Охуенно. И самое главное... Охуенно. И самое главное, что вот оно где исчезло, оно там и появится в следующий раз. Я даже камеру установил. Давайте Геру. Все живые, охуеть. Такое бывает. Вот смотрите, лезвие, две, одна... Честно, карп, сейчас пол рейда, блядь, лезвием снесет, нахуй. Ну, ты если... ошибся. Если РС-ку проходил, то и кару пройдешь, блядь. Почему? Вот, 3% до фазы. Смотрите, в свету там. Не расслабляйте булки. Вторая пати стопнем ДПС, Юми выноси. Третья, четвертая, смотрите. Портальчик тыкаем. Быстренько, быстренько на выход.
вторая пати стоп ДПС. Лезвие никто не умирает. Так. Юми выноси в свиту. Метеор перебежали. Если на танке, там сами скажете. Да нет. Убьем. Тьма бьем. Так, выноси. Бургер. Молодец. Диспел сам себя. Молодец. Ну это не ты был, но все равно молодец. Я молодец, получается. Молодец, ты молодец. Нет, я молодец. Нет, ты молодец. А вы так. Просто лучше. Да, пиздец вообще, блядь. Все, нехуй бить, понимаете, РБК босс, блядь. Выноси ликан. Ликан. А во втором пати можно бить? Нет, я хуй понял. Да, да, бить, я же говорил уже давно. Бей, хуярь. Жарко. Метеор перебегаем. Метеор еще в воздухе появляется, и он 7 секунд до земли летит. Вот так, для справки. Лезвие готовимся. Вихторка в свету выноси. Железный выноси. Видите, какие мы скиллованные, оказывается. Немножко еще осталось, 20%. 30, но не суть. А, ну да, точно. Бой думает, что мы на лече. Писер и Вихторка. Одновременно лезвие и метки появились. Метеор, перебегайте. Вот видите, я в тьме и вижу все, что в свету происходит. Диспел можно? Диспел во тьме или в свету где-то. Диспел, сука. Диспел сам себя. Маги, присты могут сами себя диспелить, сука. Unlock. Лока диспелить обязательно. Да у меня нет, нахуй выпал на момент диспела, я не увидел. Бургер убежал, давай. Так. Во тьме вторая пати пристопните. Покурите. Так, лезвие. 70% что-то в свету там прожимайтесь хорошенько, чтобы вас не шотнуло. 60%. Это у нас в свету меньше ДПСеров. Так. Все, бейте, тьма. На стресс, метеор прибежали. Все, 50% стало. Вторая бьет. Да, да, бейте, да. Ну, проценты, вот видите наверху экрана, такие проценты есть. Могу как-нибудь рассказать, зачем они нужны. Если вам интересно, конечно. А до скольки процентов его доводить надо? Железный выходи. А, это долгая история, очень долго рассказывать. Надо тактику прочитать, чтобы это понимать. Ебать, что за бред, ебать, это что за хуйня? Маг, выноси, метеор перебежали. Маг диспел сам себя. Лям добивайте. Малифицисты выноси. Даю не зыбку просто на мужика. А, блять, рун, силы рун нету нахуй. Ну и похуй. Че себе мы это сделали? Ебанулся, да? Опа! Себя в рекаунте хотя бы увидел. Хуя себе, блять. Что там выпало? Это сочно лук. Нихуя себе. Ебать, да ну нахуй. Это сочный лут. Это говно просто. Не, ну для хилов вообще бомба. Святос, ну я поздравляю тебя. Так. Это самое. Паля пошел, боже мой. Святос, значит, ГЦ. Что там, 6 суток? ГЦ. Две хиловские, давай. Хилы смотрим. Так, что это у меня? Кто-то говорил, что на AirDrew это крутая штука. Так, получается Вьюпсень и... Подожди. Вьюпсень и этот... И Ликан. А что, шамана нужна? Уф, или метеор не установлен. Так, подожди. Метеор, блять, это как он называется-то? А, да у тебя ИП мало там. Шаману и Вьюпсеню. Этот, шаман, у тебя мейн хил или элем, я что-то не помню. Как мне вот сделать? Или двум пристам, или шаману. Так, этот. Почему не стакать раскол, все как обычно. Короче, шаман забираешь за фу, за 600. Первая вьюпсеню.
Че, закидывать тебе, шаман? Закидывай ДЦ. Сука. Мне уже закинули, спасибо. Да я про себя. Ты вообще в полике был. Ну все, значит, следующую потом... заберешь. Так, что это у нас сейчас? ИП дам, 500 ИП. Хороший лут, мне понравилось. Че, мы к ГМ завтра пойдем? ГМ? А что, у нас времени мало? Время на ГМ есть, только вот людей надо. Надо РДД, наверное. Да, блядь. Берите пугов, можем. Да, да я ебал этих пугов, и беспеченек останемся. И беспеченек останемся, да, я согласен. Надо только что соглы. Не, просто у нас как пуги не приходят, так они в гильдии оказываются, поэтому... Да, 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 чё, шаман. Давайте, значит, набирать с бисеру. В гильдию. Он тебе, шаман, хочет эту тринику отдать. Заебись. А, давай. А где спасибо ты? Большое. Сейчас. А она у него или у тебя? У него. Ну, бисеру сразу передай, я тебе отниму ГП. Так, где ты? Передал? Да. Так, тогда тебе сниму. Да, ну давайте, чё. РСК была интересная. Сколько нас там? 18 человек. Чё, ГМХ? 19. Да 18. Я пугов ебал, конечно, добирать нахуй. Ну давай завтра попробуем этот, как он называется. ГМХ. Давай пойдем десятки закроем, лучше пока время есть. Успех, все равно народа нету. Я, в принципе, не против десяточку сходить. Две десятки у нас, о, в принципе, о, может организоваться. А какой... Ну, я думаю, этот хороший вариант, например, ТТГ сходить. Только единственное, что я скажу, блядь, я десятки не люблю, и я их ебал и релить, конечно. Но если есть два человека, которые могут попиздеть, что делать, вот я почилю. Например, я Big Damage слышал, там Рарник, Unreal'ы умеют релить десятки там. Дефицист. Да, 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 да. Ты же уже наших учил первую десятку ТТГ. Да, да, допустим. Я не помню, мы добивали туда собаку, нет? Ну вот смотри, давай, вот сейчас мы пока все в пати, давай пока ребут, сформируем две десятки. Вот допустим, Unreal, ты же идешь, да? Вот тебе ассист. Да, я не против. Допустим, давай попробуем два рейда собрать. У нас, смотри, 5 хилов, танков в достатке, миликов. Кого? Игорь, я предлагаю Зуламан. Такой, ну, Зуламан, да, тебе про ЗГ говорят. А, да? Ну тогда ладно. Так, надо туда-сюда раскидать все это вот так, допустим. А, чтоб 5 миликов, 5 ДД, допустим, что там, бисер, да? Бургер, нибудь сюда, Эновен, Вюпсин, Призен, Призен милик, сюда, Юми сюда. И что получается у нас? Какая-то хуйня. Какая-то хуйня. Ну, да 20 нет, человек нормально. Есть. Не, ну притон у него КД, но это в 10. У притона КД, да? А. Да. Вот. Ну, получается. Надо лука нам закинуть. Ну, давай, допустим, давай Юпи. Стресса сюда. Вот, получается. Вот. Как получается-то у нас? Че, Юми? А, тебе уходить надо? А, я понял. Ну вот, короче, я что хочу сказать. До ребута мы вряд ли босса ебанем, да? Это ж туда еще протонуться надо. Может пока почилить? И этот ребут пройдет, и там уже это самое. Давай я кому-то... Кто у нас? Малефицист, ты побазаришь, да? Я тебе РЛ скину. Ой, скинулся, нет? А, вот скинулся. Ну... Блять, я вот даже не знаю, нормально это пати или нет. Ну как, смотрите, вообще пати нормальная собралась? Или так себе? Так-то вроде можно закрыть, там нехуй закрывать. Часика два-то есть. Ну кому надо, там и идите там кого встречать. Я до ребута, короче, после ребута зайду. Там уже посмотрим, кто куда собрался.
Может быть, если быстро за час закроем хотя бы десятку, то могу другим каким-то персом зайти во вторую десятку, там подамажить, сделать там еще. Смотря какой класс надо будет.